Привет. Могли так начать прям серию. Привет. Ладно, на самом деле, если по чесноку, настроение, вот представим самое высокое здание на планете. Вот самое. Ну, еще что-нибудь выше представь, вообрази. Лахта-центр. Ну, что-то около, вот. И настроение где-то вот еще как вот 10 поставить вот так вот друг на дружку, прям вот так вот. Вот пример такой настрой. Ребят, сейчас вот, раз, два, три. Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, Мешкан, Жужунатор и, конечно же, Карвалина. И это Кейсы. Привет. Здорово. Привет. Я сразу скажу, эти господа, которые находятся по ту сторону микрофона, где-то там, они мне уже, ну как-то, ну я не знаю, ребят, ну это не дело. Вот друга так не поддерживают. Они сказали, сегодня Санек не будет ничего. Нож, смотри. Нет, ну, это бой, не да? Будет. В общем, спятовый нож. Тихо. Короче, у нас сегодня, друзья, во-первых, огромное вам спасибо за вашу поддержку. Я как бы по-другому просто не может быть, потому что у нас, напомню, позапрошлая серия, два ножа практически подряд, причем дикий окуп, просто невероятный. Вторая серия, которая после этого выходила, ну, предыдущая, собственно говоря. Перчатки, ну, так себе, конечно, но... Ну, сам дешевый, да. Да, все равно нормально. И, ребят, получается, два подряд open кейса я вытаскиваю золотой предмет, редкий. За счет чего? За счет вашей поддержки и за счет того, что мы придумали тактику вместе с вами, что нужно один и тот же кейс открывать. Поэтому сегодня вновь 100 кейсов разлом. И на секундочку, один ключ стоит 250 рублей. Я псих просто. То есть 25 тысяч уже... 25 тысяч это только ключи, ну, чтобы вы понимали, просто. Ну, то есть, расчет у нас идет как бы на золотишко, но, как вы понимаете, настрою пацанов что-то не очень. Да? Ну, не знаю. Я думаю, что-то будет. А Кирилл, заметили, сказал пятый? Значит, что получается? Дигл Сатрек будет. Пятый что? Будет Дигл Сатрек. Пятый нож. Пятый нож моей жизни? Блин, ну что-то как-то синенько пока. Был... Макс! А, уже все пять, уже прошло. Одиннадцатый был? Тогда. Как, раз, два, по-моему, одиннадцатый, да. Нет, 12-14. Нет, 11-13, нет? 12-14. Ну ладно, посмотрим. Друзья, я бы с ним не спорил. Ну, газоните, потому что если мы сломали, а мы, может быть, сломали. Мы, может быть, сломали это все, потому что, ну, сколько можно было 2 года подряд открывать десятки тысяч кейсов и не вылавливать ничего вообще. И вот, наконец-таки, потихонечку удача возвращается. Возможно, сегодня тоже что-то будет. Было бы неплохо. И, кстати, неплохо. Знаете, что еще самое главное? Помимо того, что вот мне выпало 2 ножа, потом перчатки. После этого я поучаствовал у Макса Фреша в видосе, и он при мне вытащил очень крутые перчатки. Вот, да, реально? У него прям перчик. Которые изолентные, это желтые, да. Да. Кирилл, кстати, сегодня очень что-то очень много разговаривает. Желтые? Да, прям офигенные. Наблюдаешь? Да, я жду нож. А ты с какого этажа наблюдаешь? У тебя же башня там. Я с 93-го. Он прям с своего этажа видит твое место. Макс, ну все, смотри, давай договоримся. Если не сформулировал предложение, ну лучше промолчать, реально. Ну как бы, реально. Такой ситуации просто не очень. Ну я сейчас заму... Ой, хорошо, нормально, розовенькая зубная фея. Ну нет. Рублей 500? Нормально. Да, где-то, нет? Ну, даже может подороже, скорее. Может даже подороже, так. Ну, нет, сейчас вот скины дорогие. Тут скин более-менее норм стоит. А мы, по-моему, так бы... Ага, если симулировал, бы ты говорил, понял? Дигл статрековый был бы прям очень хорошо. Дигл статрековый, ну это 1005 минимум. Нет, минимум 5000 стоило год назад, нет, полгода назад, после полевых обычно. Ага. То есть сейчас, скорее всего, после полевых обычно стоит 1009-7, может, не знаю. Каждое открытие это 300 плюс рублей. Ну, как бы не очень хорошо от этого факта, конечно. Не так себе воспринимается. Знаешь. Кирилл, срочно, вот что в голове, какое слово, говори просто, и мы молчим после этого. Артём. А представили просто? Ну вот это же, насколько это было бы легендарно. Пришлось бы Е9 медиа заметить. Согласен. Мешкан, слово от тебя и молчим. Коврик. Так, ну Ярик, если не ты вытаскиваешь сейчас, то я не знаю. Ну, считаю, что вопер. Даже до фиолетового не дотянул. Кстати, теперь ты. Я бекон. Не знаю, что.
наверное. Ну что-то нет, я так. Артём, походу, бекон любит, а мы тоже выпало. Вот, ребят, в комментариях прямо сейчас, пока у нас идет разминка, у нас первая партия, двадцаточка улетает. Напишите, пожалуйста, ваше мнение. Пока только разогрев. Напишите ваше мнение, не успел договорить, докупаю ключи, потом продолжу. Воу-воу. Это не попало на запись, Ярик, не переживай, никто не услышит, какой звук ты издал перед тем, как я нажал на кнопочку. А, я не договорил, важный момент. Меня интересует, что в комментариях мне все-таки дали ответ. В итоге, зависит реально аккаунт или же конкретно контейнер, который ты покупаешь, там уже заложен предмет. Как это работает в итоге? Потому что я думал, что все-таки как-то вот аккаунт тоже влияет. А кто это знает, скажи, кто ну, это может знает. Быть, какой-то знает, есть догадочки какие-то, может то быть. То есть кто-то... ты думаешь, что у тебя сидит чел из Тима, из CSGO, который программирует эти кейсы, и тебе что-то напишется. Опа! Не ожидали? Я обосрался. Еще один. Сейчас из-за звука. Еще. Разгон. Еще один. Так, я напомню, что у нас такое было. С перчатками. Они еще не сразу должны прогрузиться, правильно понимаю? Еще один. Саня, первый ключ. Тихо, а подожди, ой, бля, подожди, это что сейчас было? Ой, бля! Качество, посмотри, какое, это, по-моему, поношенное, посмотри. Это после болевых. Да, Ярослав прав. Так, а что ты говоришь, первый ключ? Первый ключ, последний кейс. И что дальше? Скип? Ну, все, открыто. Нет, просто. Все просто, да? Ну, как бы, ну, просто наблюдаем. Да, там золото будет. Хорошо. Золото будет? Цвет, мой любимый. Да, мой любимый цвет будет. Александр, как вы думаете, сколько стоит ваш новенький Glock? Вот этот, я думаю, что в районе, ну, где-то 2400. Ой, ты разогнался. Ну, ты разогнался очень сильно, Санечка. А, 1680. Саня, вообще разогнал. 945. Чего? Розовый статрек Glock стоит меньше косаря? Сань, сбавь оборотку, забывай. 615? Ну вот почти, да, 604 рубля. А зачем мы это открываем? Подожди, тут просто надежда только на нож или что, я не понимаю? Тут вообще... Подожди, дигл. А сколько дигл тогда стоит? Подожди. Ебать. Статрек Глок, то есть это ликвидная пушка, она стоит, блядь, 600 рублей? Я думал, 1200. Подожди, стоп! Стоимость открытия? 300, ну, почти 400. Да, ты их два купил просто. Нет, подожди, то есть ты, открывая кейс... Подожди, статрек розовая, Глок, не какое-то говно, Глок, стоит вот два, даже меньше в два раза дороже. Ты совершенно прав. Это кинулось. Что такое? Дигл. О, первый раз ты за сегодня прилетела. 4900. После полевых дигл обычный 4900. Статрек? Нет, обычный. Просто у меня вопрос, а почему все подорожало, а это нет? Вас не смущает, пожалуйста, простите за ответ вопрос, красное только одно пролетело. Вообще только я одно. Я даже этого не заметил. Ну, оно вот, когда Ярик что-то размышлял... Я был занят ценами. Вот нет, смотрите внимательно... Ой-о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 й
получается... Не, Экалаш дешевле. Он дешевый. А почему? Он же красивый. В раза два дешевле, чем Дикл. Ну, ребят. Он колхозный. Ну, блин, нормально, ничего, вы сразу это начинаете-то, ну, ну чё вы... Я что-то желтенько увидел, сейчас на секундочку так умелые ручки. Мастер Скиппансон. Еще один мастер Скип. А еще один мастер Скиппансон сейчас приедет, смотрите, вот. Давай. Может, до конца? Ну так, чисто. Ну, давай, просто, давай, ну, давай, просто давай. На приватическое отношение к кейсам и вещам. Да, просто. Давай, просто, давай, ну, давай, типа, давай. Вот что они есть, что их как бы нет. Ну, вот. Да, Оля, ну, Оля бы сейчас не выдержала. А, поэтому еще, кстати, большая часть остается 60 кейсов впереди. А, дамы и господа, но в данном случае господа, обращаюсь именно тем, кто сейчас со мной на связи. Вот сейчас ощущение, почти половина пути позади. Будет или нет? Ну честно. Нет. Будет. Будет. Я вообще хз. Ну, Мишкан, твое решающее получается, ну, как бы. На тебе ответственность. Не будет. Не будет? То есть мы сейчас здесь просто... Я думаю, что нужно тебе взять немножко небольшой отдых, как бы, от КС. Я согласен, потому что я, наверное, борщинул, что так часто, и как бы вот с перчатками еще какое-никакое там везение подряд, но сегодня расчет непонятно на что идет. Но, ребят, я псих. Я псих, который... Ну, это никак не угадаешь. Давайте придумаем, что я буду кричать, когда выпадет, если выпадет нож. Вот просто вот давайте что-нибудь придумаем. Перчатки. Чайка. Просто чайка кричу. И бегаю. Да, чайка. Чайка, хорошо. Чайка. То есть вообще, подожди, а, да, блин, а как-то давайте сделаем условие, короче, если выпадает, я не имею права вот по-другому никак среагировать, сразу чайка. А давайте, если, да, давайте, да. Смотрите, если я говорю другое слово, то есть вот любое, то кому-то из вас рандомом этот нож. Ебать.
Так, давай. Запомнишь чайку или это твои проблемы? Я теперь представь просто потом нарезки где-нибудь там в тиктоках ваших вот этих вот там... Чайка, чайка. Я подумал, каким-нибудь поляком, наверное. А почему мне именно это слово в голову пришло? Я не знаю, просто что мешкан. Вот, может быть, в Ирландии много чаек? Слушай, ну чаечку... Кстати, реально, тут их много. А как я... А если не смогу эмоции свои? Как можно, блядь, орать чайка, когда тебе выпал нож, например? Ну это ж пиздец полный. Я теперь еще больше хочу, чтобы он выпал. Потому что, а если я не удержусь, это ж пиздец будет. Бля, как бы себя вот перенастроить сейчас? У меня в голове вот только сейчас, понимаете, вот я сейчас думаю о чайке. Вот реально, я серьезно говорю. Я больше ни о чем не думаю, я теперь не знаю, что делать с этим. Скип, кстати. Давай. Нет, чайки нет. Еще один. Вот сейчас, да? Вот так. Да. Макс, ну вот это, нужна какая-то... Ну, пока не чайки, пока такой воробушек только. Нужна вера общая сейчас вот в происходящее, понимаете? Нужна какая-то вот. Хочешь тактику жесткую? Давай. Второй кейс сначала. Второй клюй с конца. Так. Танец рукой танец. Это не танец, Саня, это не танец. Саня, это что-то другое. Ну вот, так, все, давай. Нормально. 3, 2, 1, давай! Если сработает, ну, блин, мешка. Я душу сюда вложил, я душу в эту тактику. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, не, Макс, не. Просто. Стартрек. А, то есть это было. Вы чувствуете, как мои эмоции угасают, блядь? Прям сейчас просто, я не знаю. Ну сейчас чайка будет, подожди. Блядь, как быстро. Чайку надо. Блядь, ну такой пиздец, вы что, прикалываете? Как можно? Ну это же полный бред, блядь. А как Коля отреагирует, если ты вот орать это будет? Блядь, это полный пиздец. Она только пришла, причем, кстати, вот я слышал, как она зашла. Это пиздец. Саша, что за чайка? Она подумает, что залетела чайка в дом, реально. Да, потому что залетела чайка. А если сказал... Привет, бабушка ловить будет. Если бы ты еще сказал голубь, это было бы еще реалистичнее, наверное. Или воробушек какой-нибудь. Человек это вряд ли, конечно. Бля. А до какого момента мне кричать надо, чайка, я не понимаю. Ну, пока не откроется предмет на весь экран. А, ну так это еще. Ладно. Я-то думал, там вообще надо постоянно потом всю жизнь. Тогда это еще терпимо, это еще мы сможем, наверное. Ладно, чем больше мы думаем о предмете. Вот смотрите, мой учитель по физике говорил мне следующее. Чем больше ты думаешь о законе Ньютона, тем меньше он о тебе думает. У нас, походу, один учитель с тобой был, мне такое же говорили. Скиппончик. Ну, бля. 60 позади, 40 впереди. Тихо. Тут пацаны начали ссориться из-за того, что не падает нож. Ну, хватит вам, что вы, что-то самое. Бывает. Не было такого. Да, сейчас было реально, вот Ярик правильно сказал. Полный бак, это вот 20 ключей получается. Полный бак, реально. Полный бак на каком-то автомобиле. Вот, ну что, это сколько полных баков-то я потратил? На всю неделю получается. Эх, чайку бы сейчас. Ну, дома сидишь, кушать. Сейчас розовая будет, розовая. Вот, розовая? Это розовая. Я даже скажу больше, погребенный сейчас будет. Погребенный. Да. Погребенный. Кирилл, что скажешь? Быстрее, что скажешь, Кирилл? Что? Ооо, что? Ты чё? Ты чё? Гог! Ты чё? Подожди, а ну-ка давай дальше продолжим эту игру. А все, это уже платно. Ну-ка, Кирилл, что будет сейчас? Синий. SSG mainframe. Рунопись. Рукопись. Рунопись. Я думал тоже. Почти. Почти. Макс, когда почувствуешь, говори, можешь позвонить, в принципе, я в этот момент открою. По 250 сейчас будет. Синий. Не, сейчас будет петух. Оу, май. Да. Макс, мы теперь поняли, что ты, скорее всего, просто угадал, согласись? Ну, типа, ты не знал. Нет, я почувствовал. Он, скорее всего, угадал. Блин, ну, шалун. Шалун просто. Я знал. Да что? Так, Кирилл, просто скажи что-нибудь. Второй кейс. Да, похуй вообще. Абсолютно. Это просто, ты сказал. Просто максимально. Мы приняли эту инфу. Чайку бы. Ой-ой-ой-ой. Чайку бы хорошо было. Чайка сейчас залетела бы хорошо. А воробушек-то как? Опа! Бля. Ладно, еще два. Вот этот и вот этот. Вот этот хороший. Да. Ну такое. Рунопись, какая рукопись? Я же говорю рунопись. Рунопись. Я тут думал, реально. Саня, извини. Доехали просто. За меня, Денис? Извини. Ну просто, извините все. Извини. Спасибо. Ой, прощаю, да. Смотрите, я неправильно делал, я все время последний брал ключ, надо первый. Так.
И вот посерединке где-то вот тут вот тыкнуть. Так, и что будет? Красная серединка. Красная сейчас. Красная? Да. Фиолетовая? Нет. Да не. Синяя. Синяя. Блядь, я уже не могу, все. Ну неужели, а как мне теперь в глаза все смотреть? Как мне смотреть всем глаза, когда я думал, что... Вот так вот. А представь, если бы вот тогда, когда мне выпало два ножа, я что-то типа делал акцент на то, что мы делаем вот проверку, один кейс, и мне бы не выпало ничего, я подумал, что это не работает. Понимаешь? Это вот работает. Как... Так не работает, получается, видишь? Работает, ты чё, тебе один раз не падает. Кирилл верит. Кирилл верит. Как бы не так часто, Сань. Кирилл верит. Ну, то есть ты думаешь, что... Борзей тоже не стоит. Ладно, ладно. Борзей тоже не стоит. Хорошо. Ой! Нет, 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 не нужна тебе она. Не нужна? Тогда смотри, третий. Вот этот, грузовой, ну, на грузовом, так. Надо на грузовом лифте поднять нож, дорогой, правильно? Вот, все. Вот это сейчас будет. Вот сейчас, смотри. Опа, ой-ой-ой, красная, смотри, сейчас расшатаю, расшатаю. Тряси его, давай. Блин. Ну, грузовой. Ну, знаете, грузовой. Ладно, смотри. А сейчас нож будет. А, нож не могу выбрать, поэтому давай хотя бы вот так. Да нет. Да будет. Направь дуло на нож. Дуло. Закаленный в боях, закаленный сейчас будет, смотрите, закаленный в боях. За 500 рублей. Бля. Он 500 рублей стоит? Смотри. Ну, открывай. Нет, примерно. Открой калаш. Да что ты творишь, а? А ему пох, просто пох. Просто он сидит, улыбается. Буквы. Ты смотри, он сидит, улыбается. Ладно, Макс, слушай тебя внимательно. Открывай калаш. Ага, да. Нож же справа находится, дуло направо. Так. Закрыть быстро прям, очень быстро, и открывай. Ох, бля, получилось хорошо, кстати. Хорошо, сейчас было неплохо. Я сам удивлен, что способен мой палец. Да. Ну грузовой, ну ты сам просил, ну оно... Грузовой, реально. Смотрите, обычно не скипают последний, но... Отвернись. О! Нет. А вот теперь последняя партия. Горячие, как пирожки в столовой. 20 последних кейсов. А что, если я сейчас отвернусь? Давай. Вот так вот возьму и буду смотреть вот туда. Подожди, если нож будет, а чайка будет. Он же никак не сможет. А вот я от чайки застраховался вот так вот. Вот вы молчите, значит ничего нет. Я вас знаю. Давай еще раз. Ага, ну ладно. Давай. Ну они не сработают, они не сыграют, не смогут так. Давай. Смотрю, показываю. Розовые! Слабо, очень слабо. Актеры, один актер и два театра, блядь, да. Зачем? Как раз... Ой, что еще? Двойной. Что закрыл? Двойной какой-то был чизбургер сейчас. Так, ладно, все, ребят, на самом деле я знаю, что падает. Сейчас ничего не будет. Что падает? Ничего не будет сейчас. Да? Я тоже так думаю. Ну, видите? Смотрите, сейчас тоже ничего не будет. Сейчас будет... А вот после этого что? Будет? Подожди. А, мне показалось, другим цветом подсвечен. Вот сейчас... Стой. Блин. Ты где фиолетовый? Ты где фиолетовый? Нет. Негев. Нет. Нет, я же сказал, ничего не будет. Так, смотрите, сейчас тоже ничего не будет. Так, держу в курсе, если что. Вот это самый сейчас ужасный предмет, просто ужасающий. Просто вот его можно сразу как-то выкинуть даже из инвентаря. Он описывает тебя. Ну, есть. Сверхлёгкий. Такое, блядь. Ну, спасибо за комплимент, конечно, спасибо. Стараюсь, худею. Я старался. Стараюсь. Ты меня засмущал прям. Бля, какая-то хуйня. Кто из вас был вот самый-самый за то, что ничего не выпадет? Я. Мы причем его ждали в Дискорде. Без него не начали. Мы могли без него начать. И мы бы не услышали вот эти пакости его. Да. Мишкан, что делаем с Яриком? Прошлые две серии было. Что с кем? Что с Яриком делаем? Его выбросить нам. Выбросить? Так, понял. Да. Туда. Можешь не надо. Ай, бля, какой-нибудь. Ну ладно, не надо, не буду. Ну вот стой, выйди отсюда. Ну. Третий с конца кейс. Вот это хорошая. А ключ. Какой? Предпоследний. Да. Ой, все, Саня. Он нашел эту тактику. Мне кажется, да, ты тоже брошюрку как будто прочитал, да, и как будто да, сейчас прям сейчас по нашел. По инструкции. Инструкция к Синьке, я так понимаю, да? Да. Ладно, я понял. Так, ну, Кирилл не хочет, да, делиться тактикой? У него наверняка на лбу написано. Думаю. Что у него на лбу написано? Это уже не важно. Так, ладно, самый позорный предмет прямо сейчас, скипом. Соглашусь. И что там? А что это было? Подожди, тихо, он есть. Ну где? По-моему, фиолетовый что-то был вообще. Прикиньте просто. А. Да, нет, да. Как ты увидел-то, блядь? Я не увидел. Что там было? Хоть отвернусь, но буду смотреть туда. Я, конечно, никогда не смотрел. Вот туда смотрю, я реально ничего не вижу. Да
нахуй, Саня! Ебать! Вы, блядь, ну вы долбоёбы, ну вы, ну, ну чё вы делаете, блядь? Ну орёт человек, ну поддержите. Не, ну в целом, я думал, на театральное, ну, так, блядь. Просто было интересно. С натяжечкой, конечно, с натяжечкой. Да я всё, команда не очень. Да? Сильверы в команде. Вот смотрите, мы сейчас открываем уже 95-й, или какой там получается, 96-й, 4-й. Есть вот сейчас вероятность соотношения. Красная, красная, красная будет. Вообще? Или сейчас? Розовая будет. Ну, розовая, розовая. Будет. Напоминаю. Он верит, он верит, наш... он верит. Кирилл, заметили, заговорил? Он реально верит. Заговорил. Заговорил. Если Кирилл заговорил, значит так и будет. Мяч, нож. Ну нет, в целом можно, ну, так можно сказать. Я про следующий говорю. 96-й, если я не ошибаюсь, сейчас. Вообще, вообще, я всегда очень верю, что именно в последнем будет нож. Ну это пиздец. Это было бы красиво. Это было бы такой аккорд, mm-hmm. знаешь, аккорд поставлен был бы. Аккорд Honda. Хочу не тайпер. Бля, ребят, ну как бы я не знаю. Я немножко сейчас обескуражен, теперь я вообще не вернусь в эту игру. Ну как бы вообще какой-то. Ну не надо, вот без этого. Вот подожди, нужно чуть-чуть время, чтобы прошло. Вот какой. Я отворачиваюсь. Давай, давай, они не смогут, давай. Они не смогут прямо. Ну не, 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 нифига. Мы не будем. Да. Не будет. Не будем. Бля, какая вероятность, что вы бы смогли сдержаться и молчать до этого момента? Вообще ноль. Ребят, 99 кейсов позади. Потрачено очередное количество бабок. И я расстроен, потому что да, я тот человек, который поверил, что если в позапрошлой серии два ножа и окуп дикий, в прошлой, значит, перчатки, хоть и дешевые. Это по убыванию идет, 2-1-0. Чё-чё, кто Ваня не идет? По убыванию, говорю, идет 2-0, 1-1. То есть теперь больше не возвращаться и не открывать. Не-не-не, всё. Бля, ну ладно, к слову, я выбрал разлом, меня многие не поддержали. Я не знаю, почему я выбрал разлом, но вот как-то вот... Грузовой в итоге. В общем, друзья, потрачено много денег, и кто бы, собственно говоря, это самое, был удивлен исходу. Наверное, зря я поверил в это, зря поверил в то, что можно вытаскивать подряд хорошие предметы. И, кстати, перчатки я продал, чтобы открыть эти кейсы, в общем-то, лучше бы этого не делал. Но ножи при мне, вот это, конечно, драгоценность, которая... Ай, что делать-то? Давайте, ребят, давайте в комментариях решим, потому что либо сделать больше перерыв, либо какие-то конкретные кейсы, точнее кейс мы сделаем в следующий раз, а все-таки нож или перчатка? Зачем? Золотой перчатка. Ножи или перчатки? Что нас интересует больше и какой кейс? Напишите, пожалуйста. Нож поважнее будет, на самом деле. Мне тоже как будто да, как будто да. Поэтому, ребят, очень верим в то, что вы все-таки поддержите лайком серии, хоть ничего не выпало, но не мы решаем, к сожалению, очень хотелось, но не сегодня. Газоните лайком, напишите в комментариях тактику, и мы увидимся, ну, опять же, в комментариях напишите, когда мы увидимся, потому что я, наверное, бы месяцок-то подождал. Когда CS2, вопрос? Да, кстати, уже хотелось бы, чтобы следующая серия, может быть, была бы там, но посмотрим, тоже не нам это решать. Друзья, огромное спасибо за просмотр, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья. Пока! Пока!